Всем большой привет! Я сейчас показываю вам температуру в ванной комнате. 28, 27, 27, 28 градусов. Я хотел вам рассказать о простом лайфхаке или способе, простом очень. Возникала проблема недогрев воздуха в ванной комнате. Изначально у нас температура не поднималась выше 16 градусов, потому что так был спроектирован дом, и стандартный полотенцесушитель за 5 лет жизни никогда не прогревался. То есть были ошибки в проектировании. И приходилось каким-то способом подогревать ванную комнату. Способ очень простой. Я использую для подогрева ванной простой кварцевый инфракрасный обогреватель, дешевенький очень, который имеет мощность 400-800 ватт. И он установлен сзади металлической эмалированной ванны и греет ее поверхность. То есть не напрямик, а греет металлическую эту самую ванну. Температура на ней поднимается до 60-55 градусов. И она является вторичным уже подогревателем воздуха уже. А воздух я вам показал, температура на стенах это 27 градусов. То есть 16 я поднимаю выше. Второе очень важное утилитарное ее свойство этой ванны, что в ней можно очень быстро и удобно сушить мелкие вещи после небольших постирушек. Это носки, всякие платки. Просто вы их помещаете в ванную, и они сохнут, а лишняя вода стекает в отверстие ванны. Вот такой вот простой лайфхак. Спасибо всем за внимание.